Всем привет! Мало кто обращает внимание на машины, которые доставляют гоночные автомобили к треку. Возможно, это связано с тем, что в основном все используют для таких целей самые обыкновенные тягачи или пикапы с прицепами, созданные конкретно под эти цели. Но бывают и исключения, как владелец данного тягача. Его зовут Рич Робертс, он гонщик-любитель из США. К перевозке своего автомобиля Рич относится с большим трепетом. У него есть тягач, созданный на базе GMC COE 1941 года выпуска, который смахивает на один из предметов автомобильного искусства. Посмотрите, как удачно сочетаются современные и винтажные запчасти, причем в разной пропорции. Под капотом этого красавца живет двигатель от поздней модели Vortec V8, который раньше стоял на одном из грузовиков GM. Сами понимаете, что у таких двигателей достаточно высокие характеристики. Тягач выполнен в стиле классического стримлайнера. У него плавные линии кузова, накладки на колесные арки, световые сигналы на кабине и много еще разных крутых штучек. Состыкован он с трехосным прицепом. Обратите внимание, что они выполнены в едином стиле. Колпаки Moon Disc на всех шести колесах тоже являются своеобразным штрихом аэродинамического внешнего вида тягача. Трейлер является полноценным пространством для перевозки не только гоночного автомобиля, но и для ящиков с инструментами. Вообще, это большая редкость встретить трейлер, который ничем не уступает по своей крутости тому автомобилю, который в нем перевозит владелец. Это просто нереально круто! Пишите в комментариях, понравился ли вам этот тягач или нет. Лично я на самом деле в восторге от него. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!